Всем привет! Сумка на колесах Grom MX. Grom – это российская компания, что довольно большая редкость в нашей отрасли. Материалы и комплектующие здесь в основном импортные. Сумка действительно хорошая, и по качеству у нас нареканий никаких нет. Длина сумки почти метр, ну а точнее 96 сантиметров. Шириной 40 и высоту где-то 36. Сумка действительно большая, да настолько, что я не помещаюсь в кадр. Очевидно, что при таком размере сюда поместится вся экипировка. Мотоботы, шлем, комплект, да и даже останется место еще, можно сказать, на второй комплект. Внешний материал здесь плотный Oxford. Oxford материал износостойкий и морозоустойчивый. Ну и также и в теплую погоду, понятное дело, что здесь ничего не поплавится. Материал, в принципе, знаком мне. Использую там, грубо говоря, в своих рюкзаках и так далее. Действительно хорошая вещь. Отмечу важное, что данная сумка на колесах. То есть здесь колеса, и можно ее спокойно перетаскивать. А также, раз уж пошли к колесам, здесь есть обычная ручка, а еще выдвижная телескопическая, что тоже довольно полезная вещь, ведь просто так сумку таскать не очень удобно, а вот за ручку вполне себе. Перейдем, пожалуй, к отделениям и начнем с внешних. Спереди сразу видно здесь молния и довольно большое отделение под всякую мелочевку. С другой стороны, такое же отделение один в один показывать не буду. Здесь сбоку еще небольшой кармашек. С другой стороны, опять же, абсолютно такой же показывать не буду. С торца мы имеем еще одно отделение. Я так понимаю, сюда можно положить шлем, ну или мотоботы, но лучше, наверное, шлем, чтобы, когда вы ее возите, на него ничего не упиралось, не падало и не попортило. Давайте я вам ее переверну, ну, чтобы было видно. Вот такое отделение. Кстати, молнии здесь довольно широкие, что тоже хорошо, долго прослужат все эти собачки. Тоже отлично. Перейдем к главному. Вот такое большое центральное отделение под основную экипировку. Большое отделение, сюда можно положить мотоботы, защиту тела, комплект, штаны, джерси, там, руль, если хотите, запчасти и так далее. Помимо внешнего материала Oxford, у сумки еще есть мягкая прослойка на стенках. И пол здесь также сделан из вот такой вот мягкой проставки, ну, что-то похожее на пену какую-то, такую не сильно мягкую, но не сильно плотную, для того, чтобы гасить удары, там, допустим, если сумка у вас упадет, чтобы там шлем не поломался или ваша экипировка. Ну, а также еще эти вставки и придают сумке форму. Вот здесь видны направляющие для ручки, ну и также для жесткости конструкции они также работают. Ну и в основном отсеке больше никаких кармашков я не вижу, поэтому здесь, наверное, все. Покажу, что там было внутри. Внутри к сумке еще идет коврик для переодевания. То есть он не вшит, вы просто его достали, ну и переоделись. Если не хотите использовать как коврик, можно его прицепить на стену. Будет как некий флаг, как украшение декора. Также еще идет вот такая сумочка. Ну, я так понимаю, сюда как раз можно положить грязные мотоботы, да, там затянуть, ну или шлем. Но я думаю, все-таки скорее мотоботы. Затянуть и бросить сумку, чтобы они не пачкали основную экипировку. Потому что отдельного отделения прям вот конкретно под мотоботы, как в других сумках, там, к примеру, Fly или Fox, я здесь не вижу. Видимо, решили сделать такую штуку. Ну и ладно, ну и пусть. Вот вид снизу. Здесь мы видим два колеса, довольно мощные, и вот с такими усиливающими конструкциями вставками. И подставка для того, чтобы можно было эту сумку ставить вертикально. Также ее еще можно использовать как ручку для того, чтобы переносить эту сумку. К примеру, вот так она стоит. И дно с другой стороны. В принципе, плотный Oxford. Здесь больше особенностей я и не вижу. Что касается цвета, есть вот такой черный, ну, с небольшими белыми вставками и салатовым. А еще есть черно-желтый, где еще больше этого салатового. В общем, она более нарядная. Стоит Grom MX сейчас 14,5 тысяч. Для сумки на колесах это неплохо. К примеру, сумка Lead на колесах или Fox стоит ощутимо дороже. Также есть вариант этой сумки без колес. Стоит она дешевле, порядка 10 тысяч рублей. Ну а конкретное наличие цены можно посмотреть, как всегда, перейдя по ссылке в описании. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока.